Сотрудниками отдела полиции Адлерского района по подозрению в совершении серии мошеннических действий задержан неоднократно судимый 32-летний местный житель. В ходе следствия установлено, что летом он с сотовых телефонов звонил в магазины и организации Сочи, а также частным лицам, которые размещали в интернете объявления о предоставлении услуг по ремонту жилых помещений. Мужчина представлялся полицейским и заказывал продукцию или услуги. Спустя некоторое время он снова звонил и просил оказать небольшую услугу по дороге пополнить счета нескольких телефонных номеров. Уверял, что вернет деньги при встрече. Для убедительности просил сохранять чеки. Как только деньги поступали на счет подозреваемого, он отключал телефон. По этой схеме обвиняемый обманул троих граждан. Общая сумма ущерба составила свыше 20 тысяч рублей. В ходе обыска в квартире подозреваемого изъято несколько сотовых телефонов и сим-карт. В отношении сочинца возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Следствие продолжается.